Эта запись не предназначена для лиц младше 18 лет. Пожалуйста, убедительная отойдите просьба от своих плееров. Здравствуйте, дамы и господа. Как вы меня уже знаете, по обзору пива Т9. Сегодня я делаю обзор на пиво Б9, баллов Т9. Погромче. Пиво у нас чуть менее крепкое, чем Т9. Насколько я знаю, тут 8. А я знаю, что тут 8, ебать. Да, алкоголь 8,0. Когда я пробую это пиво, я так же, как и после Т9, хочу жить. А он умереть. Я могу выпить, вот если начинать от крышки, залп. Вот до сюда вот точно, в лучшем своем состоянии. Дальше я уже не могу. Значит, сейчас мы распробуем его. Ну, состав, я думаю, читать мы не будем, потому что оно точно такое же, как и у Т9. Мы сразу перейдем к дегустации, к практической части. Начнем. Я завтра на леске приеду в Ташково. Возьми батину противогонку. Жить хочется. Показываю, когда хочется умереть. У него какой-то вкус, ебать, сегодня. Сладенький, да? Нет, менее алкогольный. Ты такой охуенный, расстегни мне блужку, перейдем на тебе, говорит, ты такой пиздатый. Ему точно Давай. Хочется умереть. Если сравнить ее с Т9, тебе что больше нравится? Мне больше нравится все-таки Балтика 9, потому что она более ебенит. Но после нее воняешь, как бомж ебаный. На этом мы закончим наш обзор. Кто крутит? Мама, я в телеке, на ютубе, на радио. Чёрт, у меня нет времени на твою, твой дерьмо.